Обратно, здесь первый обратно. Сразу сели вот и пошел. Он стоит вам. Он вам стоит уже готов. Вы сбиваете на 2 балла. Не идет, да? Есть такие движения, такие сюда есть. Разные. Можно просто поднять сюда ногу, зацепить на дальний. Самое главное, обратно, не бросайте на себя. Не надо эту ногу вот тут оставлять. Будете тянуть, она ее зацепит вас изнутри. Вот я был здесь, смотрите. Сел. Не тащил одними руками вверх. А сейчас на голову. Ровно через его голову бросаю. Вот туда. Тут невозможно себя брать. А у вас сейчас до этого положения. Вот так идете. Вот сюда. Очень четко здесь надо бросать. Прямо на голову. Почему я вот эту ногу не оставляю здесь, Рома, возьми. Вот я стою, контратака здесь есть. Ноги широко начинают тащить, видите, начинают тащить, я сел и сюда вышел. Будет бросок на себя. Потому что цепляет ногой снутри. Вот вяжу, только ноги пошире. Я уже пошел, смотри, пошел, ловлю эту пятку. Эта нога в упоре. Туда меня никак не затащит. Тоже ногами туда не подходите сильно. Все бывает так. Туда подходите. С этой стороны наклоните. Ну это как бы совсем уже. Детская. Вот сбивай, не идет. Сразу прихватил. Не даю сесть ему. Только сядет туда. Все, я не вытащу уже. Это будет 2 балла. Можно выиграть 4 здесь. Этот бросок 4. Это ты бросок будет. 4 будет. 2 раза больше, правильно?